Уже совсем скоро по этим трубам для жителей поселка Октябрьский Чердаклинского района пойдет чистая артезианская вода. Окончание данного грандиозного проекта планируется осенью 2022 года. Однако подрядчики отмечают, что планируют закончить уже летом. Строительство водовода между Архангельским водозабором и поселком Октябрьский длится уже более 2 лет и, наконец, вышел на финишную прямую. Мне очень отрадно сообщить, проинформировать о том, что в этом году мы завершаем реализацию такого сложного, никогда в Ульяновской области не реализовывали такой сложный проект, прокладку водовода между на такое большое расстояние между двумя муниципалитетами. Протяженность водовода более 7 километров с углублением до 2,5 метров, что на 50 сантиметров ниже зоны промерзания. Работникам пришлось прокладывать водовод в труднодоступных местах под железнодорожными путями и двумя автомобильными дорогами. Это удалось сделать путем горизонтального бурения или так называемого прокола методом бестраншейного прокладывания подземных коммуникаций. В поселке Октябрьский проживает более 5000 жителей, есть соцобъекты, работают промышленные предприятия и аграрный университет. В каждом здании теперь будет течь качественная свежая вода, отвечающая всем нормам. Много лет у нас в поселке плохая вода, плохого качества, и летом перебои с водой. И сейчас вот благодаря вот этому грандиозному проекту, который я вот увидела вблизи, очень впечатляет. Будем надеяться, что вода будет чистая, хорошая осенью. Вода будет обеззараживаться не хлором и озоном, как раньше, а по новой современной технологии, взятой из Германии. Водовод будет состоять из 2 каналов, рабочего и резервного, на случай перебоев. Вода по этому водоводу будет подаваться через насосно-фильтровальную станцию городского водоканала. Получают они ее с Архангельского водозабора. Для того, чтобы увеличить дебит водозабора, в 2020 году были пробурены дополнительные 2 артезианские скважины. Значит, ну, по городу Ульяновску это будет самая лучшая вода. Строительство водовода ведется по национальному проекту «Жилье и городская среда». К 2024 году планируется пролонгировать водовод от поселка Октябрьский до Мирного и до районного центра Чердаклы. Это позволит обеспечить качественной питьевой водой 30 тысяч жителей района. Кирилл Савосин, Юрий Конихин, Управда ТВ.